Анонс и точно дата выхода четвертой серии турецкого сериала «Когда я прятал нашу маму». Четвертая серия сериала выйдет в эфир 29 декабря. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Дюндар пришел к Хандан и обнаружил ее в расстроенных чувствах. Он признался Хандан в своих чувствах и хочет, чтобы она стала его женой. Дарья хочет услышать о своей матери, что она не видится с Дюндаром. Хандан подтвердила, что нет никаких встреч с ним. Дюндар на следующий день ждал Хандан в ресторане, и он уже не рассчитывал на то, что она придет. Но Хандан все же появилась перед ним и с улыбкой на лице уточнила, когда они смогут пожениться. На самом деле Хандан пришла на встречу с Дюндаром только ради интереса. Она хочет понять, насколько далеко способен зайти этот человек. Хандан назвала Дюндара социопатом, но она даже не могла и представить, на что способен этот человек на самом деле. Как бы Дарья ни старалась, у нее еще ничего не выходит. Ее мать продолжает поступать так, как считает нужным. Она все так же остается, по мнению Дарьи, эгоисткой. Хандан не хочет смотреть правде в глаза, для того, чтобы не беспокоить саму себя. Женщине очень не понравились такие высказывания от дочери. Она просит заняться ее своими делами, а материнство оставить на Хандан. Так это и положено. Дарья попросила свою маму не забывать о том, что она говорила ей ранее. Помимо всех неприятностей, Хандан узнает еще и о том, что больше не сможет работать портнихой в ателье. Напомним, четвертая серия сериала выйдет в эфир 29 декабря. Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.